Привет, привет, мои родные. Я очень долго думала, записывать это видео или нет. И, наверное, все-таки решила его записать. Тем, кому не интересно то, что сейчас происходит в мире, тем и именно те, кто этому противостоит, вы можете сегодня закрыть мое видео. Потому что это именно для тех, кто... Ну, как бы, наверное, по другую сторону от тех решений, которые сейчас на правительственных как бы уровнях происходят во всем мире. Я думаю, что мы не раз однозначно показали свое отношение к этому. Мы особо это не рекламируем, но мы особо это и не скрываем. Почему я решила записать? Потому что мы все знаем, что, в общем-то, новомодное такое, прям болячка постоянно появляется в новых видах. Я немножко буду завуалированно говорить, чтобы это видео не забанили. Мне абсолютно не важна монетизация. Мне главное, чтобы как можно больше людей могло бы получить эту информацию. И все мы знаем, что в начале мая нас вообще жутко пугали тем, что творится с Индией. И с Индии это все ползет. И, ребята, ау, караул, ложись кто можешь. Все давайте бегом, бегом, бегом. Давайте все ужальтесь. Давайте все там, как некоторые говорят, становитесь покемонами. Иначе вау, вау, вау. Как говорится, будет вам... счастье, иначе в деревянном ящике, да. И вдруг эта тема очень спокойно, очень быстро почему-то начала утихать. И если мы сейчас посмотрим, то на самом деле в Индии ничего страшного не происходит. Хотя сами темпы укализации укольчиков там не такие большие. Не прошло даже половины населения, и при этом мы видим, что у них все идет на спад. И сейчас, если там посмотреть по графикам, там, по-моему, что-то порядка 30 или 35 тысяч. То есть для всей этой Индии, которой там миллиарды людей, мы понимаем, что это, в принципе, ни о чем, и паники нет. Но посмотрите, что происходит. Все об этом молчат. Сейчас нас... Опять нам втирают, что где-то опять какие-то идут новые непонятные виды. Извините, непонятно чего. И мы опять держитесь, бегите, иначе будет. Да, те, кто хотят, они идут, это делают. Но есть и другая категория людей. И это очень хорошо было видно по последним событиям всему миру, сколько людей выходило и как они... вели себя, значит, есть очень большая та часть, которая не согласна с этим. И у них есть на это право. И мы видим, как стравливают людей постоянно. И поэтому у меня большая просьба к тем, кто сделал или не сделал. Да не смотрите вы друг на друга волком. Какая разница? У меня тоже в семье есть те, кто сделали и те, кто не сделали. Но это не значит, что мы не общаемся. Это не значит, что мы в чем-либо друг друга обвиняем. Но просто в нашей семье два разных взгляда. И наша семья эти взгляды принимает. И здесь ничего такого нет. Потому что вы поймите только одно. Разделяй и властвуй. И очень много идет вбросов информации, как то, что и как говорится, и которых ужалили, и которых не ужалили, и те виноваты, и те виноваты, и те, многие начинают друг на друга волком смотреть. Так им это и надо. Не надо. Не надо быть агрессивными по отношению друг к другу. Ну правда, просто надо остановиться. Кому-то в этой ситуации должно быть умнее. Извините меня за отступление, я сейчас вернусь. Просто в Индии. Как это все остановили? Обыкновенным, дешевым препаратиком. И об этом никто не говорит. Там его получили массово все люди. Поскольку любая информация об этом сразу же уничтожается, потому что мы знаем, что YouTube это самое честное.
самая такая, здесь мы все можем высказывать свое мнение, ни за что не опасаясь. Вот, это я не несу никакой медицинской информации, но всю эту информацию у нас с Ириной есть именно телеграм-канал, на котором, спасибо, еще можно, в общем-то, выставлять любую информацию. Там нет ничего, то, что я там чего-то выдумаю, все. Там просто ссылки, то есть вы увидите ссылки, источники, исследования, официальные источники, а не кто-то там сказал или кто-то там придумал. И все, кто понимают, что, конечно, сейчас все это будет развиваться новыми и новыми видами, и кто еще как-то хочет без, как говорится, этого обойтись и беречь свое здоровье, я думаю, вам эта информация будет полезна. Там есть все. Единственное, что многие источники, конечно, нужно будет просто поставить в Google переводчик и прочитать с оригинального английского на русском. На русский. Почему я не стала ставить перевод? Чтобы никто не сказал, что это не официальный вброс, что такой информации на самом деле не существует, что это все неправда и так далее. Но я еще раз говорю, давайте без негатива. Я ни к чему не призываю. Но я знаю, что очень многие люди ищут эту информацию и хотят. И вообще, о чудо то, что случилось в Индии, я думаю, будет многим интересно. И почему это произошло, я думаю, что будет очень многим интересно. И я благодарна очень многим блогерам, таким как Саша во Флориде. Это, кстати, он раскопал этот источник. Это, скажем так, его видео в Телеграм можно будет прямо перейти на его телеграм-канал, кому интересно. Пожалуйста, я не скрываю, откуда взять источник. Я весь этот источник для себя прочитала. Я это все разослала своим близким людям. Те, кто постарше, прямо с расшифровкой, как что делать, как принимать, как пить данную витаминку и как себя беречь. Мы должны просто быть к этому готовы, всем, кому не безразлично. Мы своими действиями должны доказывать, что у любого человека есть свой иммунитет, что это нереально, когда люди... И потом им говорят, не, ребят, вы все равно, вот знаете, как-то, ну, сохранности нет, да, и вообще бойтесь вот этих, потому что они вас там, типа, вы за них можете опять пойти по второму кругу. Ну, это просто бред, этому нет логики. И, наверное, любой человек, у которого есть какое-то критическое мышление, он, наверное, будет анализировать любую ситуацию. А ситуация сейчас идет, все-таки все больше и больше появляется, помимо давления и официальной информации от официальных ученых и врачей, которые говорят об этом, что не так страшен черт, как его малюют. В общем, на этом я хочу закончить. Всем пока-пока, до новых встреч. И, кстати, если что-то, какая-то будет интересная информация, мы с Ириной ее будем выставлять на телеграм-канал, поэтому подписывайтесь, читайте. Мы там более открыто готовы все это обсуждать с теми людьми, которыми эта тема интересна. И кто хочет защитить себя, своих детей, внуков, мы вас ждем на обсуждение. Мы ждем от вас тоже интересной информации, потому что мы тоже ей интересуемся. И эта тема нас очень-очень волнует, потому что мы с Ириной также жены, мамы и в будущем бабушки. Да? И нам не безразлично, что будет с нашими детьми и будущими внуками. Всех люблю, всех целую. Держитесь, не допускайте страх, любите своих близких и не впадайте в агрессию. Просто ко всем позитивно относитесь. Только с любовью, только с позитивом мы сможем это все победить. Мы сможем вообще изменить этот мир. Не надо агрессии, я вас очень прошу. Даже если вы все понимаете, или даже если вы считаете, что те, кто не хочет, они не правы. Только без агрессии. Потому что пройдет не очень много времени,
и все станет на свои места, поверьте. Потому что все нам происходящее намного сложнее, чем нам кажется на этот взгляд. И никому не удастся отсидеть где-то в стороне. Поймите, мы люди, мы сила, мы любовь, мы частички Бога, мы частички светлой энергии. И это заложено в каждом человеке. Целую, всем пока. Жду вас на телеграм-канале. Так, забыла добавить, ссылка на телеграм-канале будет прикреплено в описании под роликом. Да, забыла сказать самое главное, как нас найти. Все, жду вас всех на телеграм-канале.